И здорово, ребят! Вы на канале Роман Геймс. И сегодня у нас соляночка на честь 90 подписчиков на моем канале. И сегодня мы поиграем в симулятор метро. Очень классная игрушка. Встречает нас вот такая вот девушка. Кстати, смотрите, какой здесь есть прикольчик. Сейчас вы будете ржать. Смотрите. Это Новый год у них. Прикольно? Это Хэллоуин. Это еще какой-то. А здесь очень много платных. Больше 160 гривен. А вот этот вот, это поезд, я помню, читал где-то про него. Это, ну, лондонский поезд. Называется он Тьюб-труба. И вот такая, шутя называли английцы. Итак, у меня есть вот такое метро, это тоже платное. Вот такое есть, такое и такое. Возьмем мы самые реалистичные. Так, этот старый, а вот этот новенький. Выбираем. Вот такой у нас есть маршрут. Точнее, маршруты. 4 маршрута. Итак, выбираем. Давайте этот депо Мерия. Так, проезжаем мы через станции Центральный парк, Торговый городок. Тут даже смотрите, какие есть настройки. Итак, графика нормальная, количество пассажиров. Давайте много. Далее, звук. Голос информатора, пусть будет женщина, потому что мужчина очень-очень плохо слышно. Настроение пассажиров пусть будет, индикатор платформы тоже, фиксированное управление и отображение скорости км в час. Итак, давайте начинать, а то слишком много болтаю. И тут такая интересная рубрика «Знали ли вы что?». Первая линия метро была открыта в Лондоне в 1863 году. Вот такой у нас типа скример. Или как это называется? Не скример, а что? Питание, освещение, тормоз, фары. Мини-обзорчик. Итак. Там еще какое-то метро стоит. Гудок. Также тут есть автопилот. Но так не очень интересненько. Вот такие есть виды камеры. Поворачивать тут можно. Так, давайте пока что поездим от лица пассажира. Видите, сверху слева синий кружок. Это наша станция. Пока что поедем от этого лица. Выключить свет, включить это фары. Так, давайте, ладно, уж от этого поедем. Вот такое у нас тут депо, точнее туннель. И фары. Аварийная кнопочка стоп. И это тут нужно тормозить. Аккуратно тормози давай. Ужасные тормоза. Ой. Плохо. В следующий раз постарайся лучше. Ну как, ну здесь ужасные тормоза. Подожди, пока пассажиры зайдут. Кстати, тут можно сказать что-то. Смотрите. Осторожно, двери закрываются. Ау. Давайте еще раз. Осторожно, двери закрываются. Ладно. Чего-чего? А, парковый городок. Угу. Так, поехали. Включаем на максимум. Не больше 50 километров.
Итак. Станция у нас далековато. Потом на следующую солянку, когда у меня будет 95 подписчиков, я сыграю в симулятор мотоциклиста. Так, короче, помаленьку тормозим. Как там наши пассажирчики? Здесь никого нету. Там кто-то, в том вагоне. Тут иногда бывают ремонтники. Классная станция. Давай еще немножко проедем. О, отлично. Да блин. Потрясающе. Ты остановился идеально. Перфекто. А ну давайте еще раз попробуем. Осторожно, двери закрываются. Чу. Осторожно, двери закрываются. Мне раньше работало. Осторожно, двери закрываются. О, круто. Ну ладно, итак. Какой приятный голос. Да, блин. Поехали. Вот такой у нас тут туннельчик. С функцией автопилота очень-очень просто. Поэтому я ее не буду испытывать. Да. Есть еще и такая игра, называется она Trains, но это только на компьютере. Можно в нее поиграть. Это тоже как симулятор метро. Помаленьку тормозим. И гудочек позвеним. Это типа у нас конечная. Аккуратненько, только главное не врезаться. О! Да. Просто перфекто. Парковый городок. Так, давайте быстрее заходите. Кажется, все зашли. У нас еще есть две станции. Ой. Поехали. Стоп, а что у него с пальцами? Он что, вытянул средний палец? Слышь ты, вы это видите, что он нам показывает? Ну, не нам, а не знаю даже кому. Что-то у него с пальцем. О, привет, жирный жиробас. Ты не смущаешь. Так, давайте-ка сейчас после этого светлофорчика будем тормозить. Тормозим.
Стоять бояться. Отлично, блин. Так, все, давайте, а то сейчас двери мы вас пришпилит. И конечная. Все, тут парень ушел. Какой некультурный. Десятки некультурные. Салончик, конечно же, неплох. И конечная станция, а потом мы поедем в депо. Как видите, у нас тут желтая, как это? Ну, она очень опасна для жизни. Видите эту желтую полоску? Это как, ну, труба или что? Только проводчик, кажется. Если к нему коснуться, то он все. Вам капец. Так что лучше к нему не прикасаться. Вообще не прикасаться. Он только по... Ну, находится возле стороны платформы. Сам затормозил нас поезд. Не знаю, почему так сделано, но ладно. Депо. У нас, как видите, здесь есть цифровое табло, где здесь показано расстояние поездов. А где другие поезда, я не знаю. Так. Все очень реалистично. Выключаем свет. Открываем двери. Да, у нас тоже, кажется, да, свет выключается. Да, пусть пока что будет и фара. И поехали. Интересненько, какой у меня сейчас уровень? Почему так темно? Страниссимо. Так, где-то тут должен был быть рабочий. Давайте им погудим, чтобы они знали, что я к ним еду. А где другие поезда, не знаю. Рабочего тоже здесь нет. Где же вы все? Он типа здесь, понимаете, стоял и что-то ремонтировал. А если вам понравилась эта игра, то можете поставить лайк. Ну, если вы тут впервые, то даже подписаться на мой канал. Вот это электричка. Нет, это не электричка, а метро. Все, давай, хорош. Так, мы перевезли всего... 80-96 пассажиров и 2 штрафы. Нормально, как для новичка. Но я не очень-то и новичок. О, знали ли вы, что самым... Ладно, проехали. Думаю, вы сейчас нажмете на паузу и это прочитаете. Нам еще одно достижение. Выйдя работать на вторую линию метро. А как это, я не знаю. Ну, он вторая линия. Мы же только что ездили на второй линии, смотрите. Так, берем любой поезд. Вот это первая линия, это вторая, кажется. Ну все. Ой, ладно, давайте уже заканчивать. Ну что ж, всем пока.